В ООН готовят первое в истории глобальное соглашение по борьбе с пластиковыми отходами. В течение недели в Уругвае 2000 экспертов со всего мира обсуждали проект договора. Ожидается, что документ будет утвержден в ближайшие 2 года. По оценкам ООН, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, если люди не осознают масштабы вреда. Мы должны избавиться от проблематичных и ненужных предметов из пластика и найти им замену. Гарантировать, что создаваемая продукция из пластика может быть повторно использована, переработана, либо ее можно отправить в компост. Гарантировать, что изделия из пластика проходят такой цикл на практике, а не в теории и на бумаге. Уметь обращаться с пластмассой, которую невозможно повторно использовать. И, конечно, говорить о возможных заменах в производственной цепочке. В ходе первого раунда переговоров обозначились противоречия. Некоторые страны настаивают на глобальных требованиях, другие предлагают решать проблему на национальных уровнях. А есть и те, кто считают необходимым оба варианта.